просто вот сбросить тебя и быть готовым нанести опять удар шаг. И то, и другое правильно, все зависит от обстоятельств. Да? То есть после, допустим, атаки я сработал, тут же пошла у тебя атака, да? Да, я ее вот снимаю, и опять пошла атака. Да? То есть я могу это сделать так. А могу после того, как делаю атаку, да, раз, и тут же еще атаку. Как бы двойная такая атака идет. То есть в любом случае, вот эта рука, да, вот она, вот, пошла так, видишь, сбрасывает твой удар. В любом случае. Я или просто, допустим, да, вот удар, без удара, видишь, сбросил, а потом набрал, сработал. Или то же самое, сбросил и сразу сработал, да. Разницы нет. Это зависит, ну, от ситуации, не более того. Но нарабатывать нужно и то, и другое. То есть можно без удара возвращаться в исходную позицию, да, и опять начинать с ней. А можно возвращаться с ударом в исходную позицию и опять начинать. То есть нарабатывается и то, и другое. Вообще нужно нарабатывать как можно больше разных ситуаций, вариантов. Тогда у вас будет выбор. А варианты в жизни, их все трудно, скажем так, просчитать, да? Поэтому вот я нарабатываю вперед и назад, да? Mm-hmm.